Всем привет, с вами Оксана Дереза. И сегодня я хочу похвастаться. Это видео о похвастушках. И нет, это видео не о покупках, а о двух замечательных посылках, которые мне прислали мои подписчицы, мои подружки, можно сказать. Это из разных мест. То есть одна у меня посылка от одной девушки-красавицы, и вторая посылка от двух подружек замечательных. В общем, и я должна сказать, что сегодня исполнились даже не две мои мечты, а четыре мои мечты, получается. Хотя разговор у нас шел с ними о двух. Я обязательно хочу с вами все это рассказать и показать. Я обещала одной из них, что не буду снимать видео. Она, вернее, она меня просила, не снимая видео там. Но я не могу ни снять, ни похвастаться, я просто не буду говорить, кто это сделал тогда, не буду называть имен, возможно, раз человек пожелал остаться инкогнито. Но я потрясена, я в восторге, я просто не знаю, как передать свои эмоции. Мало того, что девочки исполнили мои мечты вышивальные, так еще и всяких замечательных, милых штучек мне в посылку положили, которые радуют сердце любой вышивальщицы. В общем, такая я вот везучая, такие у меня замечательные девчонки. Вы знаете, YouTube такое волшебство творит, что вроде бы чужие люди, потихоньку-потихоньку общаясь, переписываясь, потом общаясь по телефону, по вайберу, по ватсапу, там, и все больше и больше становятся более близкими друг к другу, понимают друг друга и становятся друзьями, пусть виртуальными, но друзьями. И для кого не секрет, я уже говорила, что мечтаю вышить зимние кружева. Это набор от Dimensions. Я мечтаю вышить этот сюжет. Он меня волнует, он меня завораживает. И вот, я не знаю, как тебя назвать. Ты понимаешь, что я говорю о тебе, да, сейчас, моя хорошая? Я не знаю, как. Как-то неловко она. Ну, подружайка моя. В общем-то, спасибо тебе огромное за исполнение этой мечты. Разговор шел вот именно об этом сюжете, и вот работа проделана. Посмотрите, да? То есть вот она, эта палетка заветная с образцами ниточек. Просто супер-пупер. Вот они, эти образцы ниточек, которые у меня есть. И я, конечно, этот замечательный сюжет буду теперь вышивать подбором. Думаю, мы справимся. Потому что у меня есть карта цветов ДМС, у меня есть карта цветов Анкор, у меня есть карта цветов Мадейра, у меня практически вся палитра ПНК имени Кирова. Кроме этого, у меня есть магазин с нитками Гамма. Я думаю, что потихоньку, в общем-то, мы справимся, разберемся. Канва тоже в запасе есть. И вот она, схема откопированная, конечно. Ой, я вообще в таком восторге. Я теперь могу приступать к этому сюжету. Ключ, естественно, тоже. Короче, я счастливица. Я самая настоящая счастливица. Я могу этот сюжет теперь вышить за вполне себе разумные деньги. Вот такая прелесть. Я вообще не знаю даже, как благодарить тебя, не знаю просто. Спасибо, спасибо огромное. Ну, это, наверное, была бы не ты, если бы ты мне не положила еще всего-всего-всего много чего прекрасного в эту посылку. Прежде всего, хочу показать открытка. Обалденная просто открытка. Вы знаете, как она мне очень польстила, на самом деле, вот эта открытка. Потому что здесь написано, если бы меня попросили назвать одно твое хорошее качество, у меня бы не получилось. Ведь в тебе столько всего. Ты удивительный человек, и мне очень повезло, что я знаю тебя. И вот столько всего. Вот видите. Вот мне эта открытка чрезвычайно польстила. Вообще, если ты обо мне так думаешь, я польщена, что такой человек, как ты, вот так хорошо обо мне думает. Ну и, конечно, здесь слова.
Она пишет, что осуществила мою маленькую хотелку. Дорогая моя, ты осуществила две мои вышивальные мечты сразу. Почему две, спросите вы? Я вам расскажу чуть позже. А сейчас хочу показать еще вот одну прелесть, такую вот, сделанную руками ребенка. Посмотрите, посмотрите, какая прелесть, да? Я не буду надпись показывать. Вот. Это ее доченька сделала для меня. Вот, и вот такое тоже сердечко, посмотрите. Чудесно вообще, понимаете, когда ребенок, которого я вот, ну вот понаслышке только знаю об этой девочке, так как она доченька твоя, и представляете себе, вот ребеночек для меня сделал, эта девочка, маленькая феечка, она сделала для меня вот такое маленькое чудо своими волшебными ручками, подарила мне кусочек своего тепла, понимаете? Насколько вот я очень тронута, спасибо большое, спасибо за большое за это, вы меня так порадовали, огромное огромное вам спасибо. Ну и что вы себе думаете? Посмотрите, я даже, честно говоря, вот ну не знаю, с чего вот начать и показывать. Посмотрите, какая у меня замечательная коробка, это печенье, вот такая, смотрите, и вот это вот напоминает вам, да, димовские вот эти сюжеты волшебные, зимние, просто супер вообще. Не знаю, мне так нравится эта коробка, посмотрите поближе еще. Пользую эту коробочку для рукоделия. Просто волшебный сказочный сюжет, мне очень нравится, такая прелесть, такая красота, полюбуйтесь просто. Я покупала тоже печенье в коробках, но у нас как-то вот таких сюжетов нет. Я вот могу показать, что у меня вот есть вот такая коробочка, видите, тоже печенье. Вот она, конечно, повыше немного, но здесь такие вот, ну розы, я розы тоже, конечно, люблю. Но вот таких вот, смотрите, вот волшебных сюжетов вот нету. Какая прелесть. Надо так было подобрать еще коробку. Называется «Печенье сдобное, зимняя деревня». Красота. Скоро вот сняла эту, сниму видео это о подарках, и вот мы сядем пить чай, будем думать о моей подружке, которая мне это все подарила зимним вечером. Вот. И посмотрите, какая еще прелесть есть. Это игольница, магнитные игольницы и иголочки. Вот, иголочки очень хорошего качества. Магнитная игольница, ну вообще, ну, игольница супер. Она такая, знаете, компактная одновременно, такой дорожный вариант. Такая компактная, приятная, видите, она магнитная. То есть иголочки отсюда не упадут. Прелесть просто. Так люблю такие вещички. Я готова вот ворочить их, вот так вот показывать, наглаживать, вот это все вот рассматривать. Просто красота. Вот и вот такие замечательные иголочки, видите. Вот счастливая обладательница я еще этой игольницы. А также вот у меня есть вот такой замечательный органайзер от фирмы Низанка или Низанка. Можете поправить меня, если неправильно говорю. Это на 24 ячеечки, видите, какой он замечательный. Вот все-таки, знаете как, Вселенная нас слышит. Вот я вот не устаю говорить о том, что Вселенная нас слышит, потому что я помню, я себе в хотелки виш-листы закидывала. И вот такой органайзер, иголочный, да, от Низанки, и ниточный. Но, тем не менее, когда оформляла покупочку, я себе только вот ниточный 2 заказала, еще не показывала вам этого видео, обязательно еще покажу поподробнее. Вот, ну, а Вселенная меня услышала, раз Оксана себе не заказала, то мне его прислали в подарок. Вот, так что обязательно попробую еще в итоге иголочный, и вам все тоже расскажу, как и что. Очень удобен он именно, знаете, вот для наборов, для вышивки, потому что вот там ниточный не особенно и нужен, там есть, ну мне, например, я пользуюсь теми планшетками, которые там в наборе. Это вот такие, как от Золотого Руна, от РТО наборчики, вот там все уже, все ниточки висят на планшетках, меня они вполне устраивают. А вот если какие-то бленды или остатки ниток, действительно, хотя обычно я, ну, чаще всего для блендов нужно, потому что я обычно ниточку дошиваю до конца в таких наборах. Вот, а вот для блендов вот такой как раз маленький, потому что, ну, вот сколько тут, целых 24 бленда можно разместить, да, ну, замечательно просто.
Все-таки надо было заказать еще. Я вот сейчас сижу, думаю, ну ладно. Заказала, как заказала. Сейчас попробуем этот. Если все-все-все-все-все мне понравится, хотя я уверена, что понравится, то закажу себе еще и такие иголочные. Вот. И вот она, так получается, это вот вторая вышивальная мечта. И вот у меня, и получается, что вот ты, моя хорошая, мне исполнила целых три моих вышивальных мечты, потому что вот взяла, вот просто взяла и, ну, закидала меня подарками, взяла и подарила мне еще целый набор Dimensions. Представляете? Целый набор Dimensions. Такими яркими солнечными ниточками вообще. Вот и, не знаю, я в полном восторге, потому что я давно хочу этот набор, очень давно. Я давно не мечтала, но все как-то вот не решалась купить его. И вот тадам, он у меня теперь есть. Представляете? Посмотрите, вот он, Супер Санта. Это самый-самый любимый мой Санта у Dimensions вообще. Мне с Сантами у Dimensions нравится три набора. Чтобы у меня отсвечивало. Три набора. Это вот этот, потом полярный Санта, уже раритетный набор, вот в буклетах он еще есть. И новая вот новинка, где Санта в санях на фоне синего неба. Вот эти три сюжета, которые мне вот Сантами нравятся у Dimensions именно. И вот этот волшебный, просто волшебный. Здесь такой Санта с котятками, с щенятками, в кресле спит, отдыхает. Он такой уютный и теплый, он такой весь пузатенький и мягкий, что щенкам так уютно у него и спать, и на пузе у него, и на плечах, и возле бороды, и все. И если девчонки, говорят, кто-то обалдеет от этой вот елочки с новогодними игрушками, да, мне тоже они нравятся, конечно, все, но я обалдею именно вот от этой идиллии, этой прекрасной сцены, где вот такая уютная, комфортная сцена, где вот щенятки и котятки спят вместе с дедушкой Сантой. Просто сюжет такой наиочаровательнейший сюжет, наимилейший такой теплый, сказочный, уютный, комфортный такой. От него так веет добром, счастьем, волшебством. Так что вышивать, и цвета здесь на самом деле, вот кому-то нравится вышивать зелеными цветами, я же балдею от красных цветов, красные, сиреневые, если какие-то синие, вот я вот эти цветовые палитры, цветовая гамма, вот эти, я от них просто балдею, когда ими вышивать, вот мне нравится вообще. Так что вот, ну и не обошлось без подарка для моей дочери. И, конечно, потрясающий тоже набор. Это вы, наверное, догадались уже даже по обратной стороне, что это набор фирмы Анкор. Вот. Здесь замечательная такая идет тачка с цветами, да? Что тут еще у нас? Ну, вы знаете, вот он хоть не на задней, хоть на заднем плане картины получается, но здесь же основной получается домик. И вот такая тележка, тачка с цветами. Я бы сказала, такие бочки, наверное, с цветами, что ли, идет. В общем, деревенская такая идиллия. Прекрасные тоже цвета. Очень много зеленого вышивать, кстати, здесь. Смотрите. Ну вот, кстати, у меня в копилке нет ни одного набора от Анкор. От мая, по-моему, два есть у меня набора, а, ну, элитная серия Анкор Майя, да, а вот чисто Анкор нет ни одного. И вот для дочечки моей такой сюжет. Я говорю, будешь вышивать, но вышивай себе домик. Согласна домик на вышивать? Кивает головой. Такая вот прелесть. Прелесть, прелесть, прелестная. Огромное-огромное спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо за твои подарки замечательные. Я вот вообще, конечно, в полном трансе от такого обилия подарков и все. Ну, ты вот вместе с доченькой, вы мои две рукодельные феи, получается. Огромное вам спасибо за... Знаете, это так
Так вообще здорово, когда исполняется мечта и практически, знаете, ну если, конечно, я схему, допустим, ждала, что мы договаривались о схеме, о образцах ниток на зимние кружева, то вот все остальное было полнейшим сюрпризом, тем более вот, и когда вот так в десяточку просто, это, ну я не знаю, когда вот так угадывает. Огромное-огромное спасибо. Порадовало меня, вот, ну вот не знаю, от души меня порадовало. Вот столько у меня эмоций, столько у меня. Это даже не радость, это вот такое ощущение счастья, что тебя настолько чувствуют, настолько хотят порадовать. Большое, девчонки, вам всем спасибо. Вот, но это еще не все.